на прямой даны три точки. А, Б и С. Отрезок АВ равен 5. А отрезок АС длиннее, чем ВС на единице. Найдите, чему равны длины отрезков АС и ВС. И нарисуйте, как это выглядит на картинке. Повторяю, есть прямая. Вот самое простое на клеточной бумаге ее решать, тогда у вас считаете, что клеточка это как раз единица. Вот я вам здесь нарисовал прямую. Если хотите, нарисую еще такую же. Ну, в общем, дело не хитрое. Есть точки на расстоянии один друг от дружки. Надо понять, где там могут располагаться точки А, Б и С. Если А, Б равно 5, а отрезок А, С длиннее, чем ВС на единицу. Хорошо. Другая задача. АВ равно 10, а при этом АС в полтора раза длиннее, чем отрезок ВС. Задача ровно та же самая. Скажите, как это все нарисовано. Следующая задача. Известно, что АВ в два раза больше, чем ВС. Известно, что АД в полтора раза больше, чем ДВ. Вопрос. Чему может равняться отношение длин АД и ДС? Точки на прямой. Три задачки про расположение точек на прямой. Итак, есть прямая, на ней три точки. А, Б, С – это в первых двух задачах. А в последней добавляется еще точка Д. Вопрос. Как может выглядеть картинка, если АВ равно 5, а С равно ВС плюс 1. Что решил? Сколько ответов? Сколько вариантов ответа? Один. Очень плохо. Ответ не верен. Два. И обе картинки нарисованы. Отрезок АВ это 5. Сейчас на картинке 4, поэтому уже неправильно. Да, пишите. Нет, ничего подобного. У вас BC равно единице, а C равно 16.